создается ваш брак. Сейчас каждый из вас поставит ваши личные подписи в записи акта о заключении вашего брака. Первой подписи ставит невеста Наталья. Держите ручку. Ваша подпись просто обычная подпись. Mm-hmm. Здесь и здесь. Вот до брачной фамилии. То есть, как обычно вы подпись ставите. Mm-hmm. Да. Получается, ваша подпись также дважды идет. Здесь и здесь. Офер также поставил подпись за бланк свидетельства о заключении вашего брака. Уважаемый Ханофер и Антонина, сегодня, 20 октября 2018 года, ваш брак официально признан государством и зарегистрирован. Отныне вы законные супруги, муж и жена. Мы вас поздравляем с этим событием и ваш документ, подтверждающий ваши семейные отношения, мы вручаем главе семьи мужу. Держите. Поздравляю вас, Антонина, вам ваш вручаем документ, удостоверяющий личность. Напоминаем о том, что вам необходимо в течение 30 календарных дней обратиться в миграционную службу и поменять паспорт на новую фамилию. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо.